Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, на сегодня, 25 июня, было запланировано судебное заседание в городе Астана. И на моем канале опубликован следующий комментарий от пользователя Аксель Тейкман. Почему в Астане суд быстро закончился? Я поехал в суд 11:00, но там уже закончился, нужен мне в суд. Когда будет следующий суд, дайте почту Аренова. И я задал вопрос, когда вы приехали, там что, ни одного человека не было, у кого можно спросить? А вот Маке Макеев ответил, Андрей Жариков обманывает, суд был до 17:00. То есть, видимо, он имеет в виду, что этот пользователь, который написал, что суд якобы был до 11 часов, что он не прав. Я думаю, что он не обманывает сознательно, возможно, просто вышло какое-то недоразумение. Человек мог просто перепутать адрес и приехать не в тот суд и не по тому адресу, вот и все. Но вот пользователь Маке Макеев пишет, что суд был до 17:00, то есть практически целый день, с 10 утра до 17:00. И я задал вопрос, вы были на сегодняшнем заседании суда? Есть инфа, как прошло? Относительно следующих заседаний есть вот такая информация. Насколько эта информация официальная, не могу сказать. Мне так прислали. Судебные заседания будут проходить ежедневно с 10 утра. На этой неделе в среду и четверг. Среда у нас завтра, то есть получается судебное заседание будет завтра в 10:00 и послезавтра в четверг тоже в 10:00. На следующей неделе со 2 по 5 июля. Еще раз напоминаю адрес для тех, кто хотел бы посетить. Районный суд номер 2 Алматинского района, город Нур-Султан, улица Победы, 15А. Большая просьба к тем, кому довелось все-таки побывать на судебном процессе. Если у вас есть какие-то материалы, фото, аудио или видео, пожалуйста, присылайте. Многим очень интересно узнать, что же там во время этого процесса происходит. Как написал пользователь комментарии, что сегодня судебное заседание шло аж с 10 утра до 5 вечера, и по всей видимости в другие дни будет примерно так же происходить. Тот факт, что судебный процесс растягивается на несколько дней, говорит о том, что действительно суду нужно заслушать много показаний, много свидетельств со стороны защиты, со стороны обвинения и так далее. Конечно, будем следить за тем, как развиваются события. Если будет какая-то интересная информация, опубликую ее на своем канале. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.